Чего в Красноярске к 2019 году точно будет предостаточно, это гостиниц. В самом центре города, недалеко от Театральной площади и торгового комплекса «Хамелеон», началось возведение двух новых гостиниц, добавок к отелю, который уже строится на нижней террасе той же Театральной площади. Инвестором строительства отелей «Ибис» и «Новотель» стала турецкая компания. Раньше на месте, где уже сегодня начались работы, была зеленая зона. Напомним, что городские власти сообщали, что их обязали выдать разрешение на строительство через суд. Две гостиницы в общей сложности рассчитаны на более чем 200 мест. Комплекс будет включать подземную двухуровневую парковку на 160 машиномест. Кроме того, проектом предусмотрено 3500 квадратных метров торговых площадей. Дата завершения строительства 1 мая 2015 года.